На главной площади Каспийска прошел общегородской мавлид под названием «Мы любим пророка». Встреча состоялась в честь Раби Уль-Аваль. Это месяц, в который родился пророк Мухаммад в священной Мекке. Месяц рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, завершающего цепочку пророческой миссии печати всех пророков. Человека, который был ниспослан милостью для миров. И мы, алхамдулилля, последователи и наследники пророка милости, пророка милосердия. Мероприятие стало площадкой для общения политических деятелей, ученых-богословов, общественников и горожан, которые объединили свои сердца в едином почитании пророка. Среди гостей встречи председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, начальник аппарата АТК администрации муниципалитета Муртазали Муртазалиев, руководитель благотворительного фонда «Инсан» по городу Каспийску Ансар Курбанов, начальник управления культуры Мурат Магомедов, директор гимназии номер 11 Мурат Идрисов и многие другие. Дорогие каспичане, мы каждый год отмечаем наши мусульманские, исламские праздники, стараемся, по крайней мере, отметить, быть рядом. И дай Аллах нам много сил, чтобы мы такие же праздники отмечали и дальше. Дай Аллах, чтобы мы это сплачивало нашу дружбу между нами. И мы, в пример другим, будем всегда впереди. Организаторами мероприятия является духовенство города в лице председателя совета имамов Мурада Исмаилова и благотворительный фонд «Инсан» при поддержке управления культуры. Отметим, что праздничную встречу посетили порядка 3000 жителей Каспийска. В этом месяце родился наш пророк, алейхиссалату вассалам. Пусть будет баракат нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Пусть Аллах примет. Хочется поздравить всех этим месяцем, месяц милостыни. Пусть Аллах поможет каждому.